Всем здорово, народ! Привет, привет! У нас сегодня финал. Финал у нас прошел Елисей. Да, и Семен. У нас сегодня дворик, это такой лайтовый спот, просто парни немного раскрошились, и им нужно чуть-чуть это полегче. Хотя бы стрюк у нас будет на достаточно жестком месте. Посмотрим, решатся ли парни проявить себя. Мы начинаем с попытки, которая будет устроена следующим образом. 5 проездов на ступеньки грани. Объясни, как это будет, Паш. Вон там у нас первый спот, и ребята будут делать по 5 трюков. Вверх-вниз. 5, да, 5 трюков вверх, 5 трюков вниз. Делаем game of bike. И в конце уже финале. Бестрюк. Бестрик, да. Так что, друзья, приготовьтесь. Вот. Пристегните ремни, блядь, мы начинаем. Потому что у нас катание на выбывание. Топер, давайте, пацаны. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, так. Первый Саша Елисей. О-хо-хо, бля. О, я там вот уже. Вау. Офигенская вода. Вау! О, двойной крен! Нормально, ма. Блин, у него так что шизе крутится прямо, видно, это его favorite tricks. Он прям запарился, чтобы у него штаны хорошо крутились назад. Ты же видел, да, он делает 30-30? Да, да, так это его прям фишка. Вау! Нет. Второй заезд тоже не стал. Да, Елисей выкладывает. Выкладывает на стол козырь за козырем. Так. Ваны. Ой, это жестерн была попыточка. Прикольно. Вообще, кто бы знал, вот Японы здесь раньше. Это же вообще культовое место дворцовое. Но вообще, тебе да. Бы не знать. Вот. И представляешь, вот раньше, лет 10 назад, чтобы BMX-еры подумали, что, возможно, житер сюда, наверное, взял. И опять сейчас. Вау, мастер. Нормальный стиль. Еще раз. Все. Сбился на строй. А все, у него получается еще заезд? У него съезд вниз остался. Ладно, эти отставные ролики. Шикарно. This is excellent. Ребят, что скажете? По-моему, это супер техновязы. Кто еще так смотрит? Я не знаю. Но есть, конечно, ребята, но... Блин, это круто. Хорош! Хорош! Нормальный тейлвипчик был. Тейлвип от человека, который вообще не делает тейлвип. И это круто, респект. Красавчик. А почему тейлвип редко делаешь? Я его не умею. Вообще не умеешь? Ну, я вот первый год как научился его. Это было мало. Ну, он у меня собачий, что так, что эдак. Я уезжаю, то на седле, то на раме. Но у тебя стильный тейлвип. У тебя реально стиль. Он у тебя не как вот по учебнику, но у тебя свой стильный тейлвип. Это радует, красавчик. Многие говорили, что мы ему подсуживаем, но на самом деле это не так. На самом деле, в принципе, мы с судейством в некоторых турах крупно налажали. Да, было дело. Это становится очевидным уже на финальном этапе. Потом. Но мы сделали бонус Аркаши, и мы больше всего засудили Аркашу. Ну а теперь Семен Семенович Демьян. О, топит, смотри, топит. Это Семен. Это реально Семен. А барщик. Да, я что-то не знаю. Задание, вернусь. Я прям. О, Семен, есть. Гоним. Семен вообще не парится насчет людей. Елисей ждет момента, там все, а этот прет как танк. Прокатит. 180 bar spin. Вау. 180.
Посмотрите, какой тут у нас кес летел. Цел? Я, конечно, цел. Металюга, потому что он... Первый квест я бы назвал Саньком. Да, определенно, определенно. Эй, guys! А теперь, чтобы проверить дальше уровень наших райдеров, что мы делаем, Антох? Game of Bike, это классика, все любят Game of Bike. Четыре трюка по одной попытке на последние... Две попытки. Да. Да. Жесткая схема жесткая, для пацанов. Жесткая и справедливая. Погнали, раз, два, три. Семен, что за трюк? Я еще не придумал. Банни-трак. Трак-драйвер. С банни-хопа? Да. С банни-хопа. Ребят, напишите, кто умеет с банни-хопа трак-драйвер. Я умею. Ты реально умеешь с банни-хопа? Да. Грация, трак-драйвер. Банни-вип. Банни-вип. Кто мог подумать, что Елисей будет заказывать банни-вип? Смотрим. Он научился вчера. Ну ладно, взято, засчитано. Да, да. Взято, засчитано. Всем. А что? Я не очень хочу делать банни-вип. Да. Блин, поймал, конечно, не хочу делать. Давай, Зай. Что ты делал с банником? Ты много раз еще в жизни делал? Ну, если только с ступеней. А с банниками? С банником делал, но вот видишь как. Заказ. Давай еще раз трак. Специально для Сани и Лисеи. Это было Мански. Ванетти бар. Half Cup Manual Vanetti, Half Cup No Street. Давай Bunny No Hand. Bunny No Hand? Да. Давай Vanetti Bar, Full Cap, Half Cup Tire Grab. Вау. О, Мански. Попал. Давай, ребят. Вау, он из бар. Так. Красавчик, да, падла какой. Брадыра, как вот. Санька Елисей. Vanetti, Half Cup Manual Vanetti, Half Cup Nose Manual 3. Хо-хо-хо. Half Cup Vanetti Manual. Ну, что я могу сказать? Минус один? Я могу сказать такое даже представить, это как-то сложно. Да, это довольно сложно представить. Такое сложно даже представить. Семен даже не будет пробовать. А можете погасить его акселерейтами или нет? Да гаси его чем хочешь. Трех акселерейтов. Четко. 360 акселерейт, ребят. Да. Бля, ну райдеры на самом деле такого уровня и контроля, они могут начать трюк прямо здесь и сейчас, там, за пару минут. Edge turn, Annex raid. Давай. Трюк 2007. 2007? Да может даже дальше. Чисто с дворцовой. Трюк с дворцовой 2007. Короче, это. Кэнди-бар. Кэнди-бар? Да. О, кэнди-шоп. О, кэнди-шоп. Красавчик. Сейчас кто-то останется без кросс-бара. 2-2. Давай. Заказен. Оп, Vanetti, Half Cup. Manual, Hop Vanetti, Half Cup. Vanetti, Half Cup, Manual. Четко, давай. О, Opposite Vanetti, действительно Manual. Вау, еще офигенно. Блин, ну это реально офигенски. Давай. Я не буду делать. В смысле? 3-2. Давай попробуй. Не. Давай ты сделаешь. Я не делаю. Да попробуй. Нет, не буду. Давай. Не буду.
Давай, ну вот на женщина твоя на тебя смотрит. На тебя смотрят там миллионы людей. Зачем делать трюк, который я в принципе не делаю? Просто попробуй. Не буду пробовать. Ну ладно, заказывай. Давай попробую бар на X-Ride на Ванете. Ух ты, неплохо. А Тоха, умеешь с X-Ride в Ванете? Не, вообще с X-Ride ничего не умею. Семен, судя по всему, тоже. Один в запасе. Давай я халша пи попробую. Ванет Fujin VIP. Ванет Fujin VIP? Да. Никто. 360 через 3 плитки серые. Реально? Через раз, два, три и за маленькую пипульку. Офигеть. Это Саша Елисей. Смотрите, давайте по шагам. Сколько? Чтобы вы понимали масштаб. Я буду большими шагами, метровыми. Раз, два, три, четыре. Ну, 4.5 метра. На самом деле, блин, баннинг-хоп-то через нее сложно. Не знаю, как 360. Все, отходим. Блядь, да ладно! Блин, мужик, это круто, это вообще. А как ты это сделал вообще? Просто разогнался. А есть секрет? Ну вот давай, прямо сейчас секрет ребятам. Блин, там рывок нужен единственный. Рывок? Да, вот именно рывок. Причем с ровного положения. Что если ты... Вот многие делают трешки, знаешь, типа вот ровно с грани или в скат. Да, да. Они подъезжают под очень большим углом. А, вот здесь делают. Да, здесь у тебя нет возможности этого делать, тебе нужно... Рыпнуться максимально, да, вот рывок нужен, наверное. Делаешь рывок. Ну я немножко, видел я, что немножко по диагонали подъезжал, чтобы была хотя бы небольшая вот эта вот дуга, но по факту я прыгаю вот именно с... Ну, мне вроде кажется, что я с прямой. Друзья, генеральный спонсор нашего шоу был магазин newsports.ru, бессменный, в общем-то, спонсор, ссылка на него будет в описании. Ребя, не забывайте, что у Пашка есть канал, он наконец-то определился, что он будет его вести. Будешь? Да, мы будем продолжать работать над нашим каналом. Обязательно, ребят, если вам нравится вся экстремальная движуха, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Там же ты будешь рассказывать и про парки, и про паркбилдинг, про вот это вот все. Да, да, про все, и про контесты. Ну, то есть у нас будет много хорошего контента. Я думаю, вам будет очень приятно это посмотреть. У нас будут совместные рубрики, в том числе и спотчек. Мы будем что-то делать на моем канале, что-то на Пашино. Поэтому ссылочка будет в описании и в конце ролика. О, спасибо. Спасибо большое, ребят. Все, подписывайтесь. Спасибо большое. Ну чё, ребя, без трюк? Без трюк, да-да, барабанный дроп. А сейчас крутейший дроп будет. Крутейший дроп. Блин, ну жестко, конечно. Грань. Смотрите, какая грань. Это не в скейт-парке грань с ровным уголочком, где все чётенько и скользит. А это прямо действительно уличная грань. Гранит. Всякие резкие переходы, поэтому, конечно, сложно. Реально сложно. Во-во-во-во! Yes! Вау, манский, манский! Чик-чик, сейчас должен. Да. Вау! Манский, this is the манский! Манский, манский! Ну, видно прямо это в заднее, да, сложно ему было? Вот это был трик. Ай, Елисей, красавчик. Да, Пегин, новый был. Офигеть. О, вот так вот. Да, офигеть. Вот про что мы. Пластик, конечно, заебись, но. А что будешь делать? Ноузбоинг в Ванете через грань на фейке, на бар мануал вниз в Ванете. Попробую что-то. Вау. Ого, вот это идея. Yes, ноузи, ванети. Во-во-во, четко, ноузи, ноузи, ноузи. Блядь! О, 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 во как, вот так вот. Вот так вот, пацаны, а? Вот так вот, а? О, о. А что скажешь девчонкам? Девчонки же смотрят твой канал? Смотрят. 3% или 5%.
Че скажешь, девчонок как-то с BMX сейчас, может, они прям боятся там? Любить своих мальчиков и ценить их. Пора, пора, пора. Йоу-йоу-йоу-йоу! Эми! Вау-вау-вау! Вот так. Круто все сделал? Да. Ты переживал за него? Очень. Ты реально переживал за него? Я правда переживаю. Ништяк. А ты знаешь, что он вообще отлетевший типок? Ну, типа, да. Он вообще отлетевший. Я знаю. Ты за него каждый день, наверное, переживаешь. Конечно. Да? Ну как за него не переживать? Ну да. Ура! Сейчас будет рок-драйвер! 100%! Чик-чик-чик-чик-чик! Ну, бля! Ты чуть не умер, братан. Там так близко было, чувак. Я задний кондиционный был. Я знаю, знаю. Я поэтому брал такую дугу. Я сейчас сделал прямой. Я чувствовал, что колесо вот так собирали. Ну что ж, друзья, у нас сейчас лидирует Елисей, но по быстрюку был сильнее Семен. Да. И сейчас у нас будет финальное испытание. Ноусменоу дуэль. Они запрыгивают на бордюр одновременно, чтобы никто не мог как бы иметь психологического преимущества. Да. И едут. И три попытки. Но надо доехать. Итак, после долгого сражения Паша Моисей объявит, что победил. А победил у нас вот он, Елисей! Он сместил победителя прошлого года. Вот он, наш красавчик Семен. Блин, на самом деле парни крутые. Что Семен, что Елисей, я не знаю. Это было гиперсложно смотреть и выбирать, кто, что, как. Потому что райдеры вообще гениального уровня. Genius просто! Genius! Пара слов от чемпиона. Мне жалко, что Сёма не победил. Я был полностью уверен в том, что он сможет меня затащить, но, к сожалению, не знаю по какой причине, но... Точнее, я знаю по какой причине, но мы играли здесь, на моей территории, так скажем. Поэтому у меня был какой-то приоритет в этом смысле. Вот. Думаю, на тех же дёртах, на том же тюзе Сёма бы полностью смог себя раскрыть и затащил бы, грубо говоря, и все. Так что я... Семен все равно крутой чувак. Ну что ж, Семен, как думаешь, это все дело в споте, да? Да, на самом деле, Елисей катается просто в другом стиле, но он катается очень круто. Я, в принципе, очень рад, что он победил, так и должно было быть. Ну, как бы у нас были на разных спотах разные шансы, ну, равный шанс, в принципе. Ну да, на Линэкспо ты победил, а на Дворцовой он... Ну да. Ну, блин, а что ты хотел? Он король плоскача. Король плоскача. Слушай, а реально, расскажи, вот смотри, сколько серий прошло. Вот ты большой опыт для себя в катании, ну, как бы, получил? Какие-то новые трюки, новые какие-то... Ну, то есть, вот, вспомни свое катание уровень до съемок, до первой серии. И сейчас, насколько вот ты вырвался как-то вперед? Никак. Да вы, что значит? Ребята, он шел-шуй. С трех метров бар, то есть, для тебя в любой день. Ну, я только барспин больше сделал, да. Большое спасибо за внимание, друзья. Это был долгий сезон. Мы не факт, что проведем четвертый, потому что мы адски устали. Да? Ну, да, может. Я думаю, что проведем. Я каждый год так думаю. Думаю, что-нибудь будет. Они меня уговорят. Да, да, да. Все, друзья, большое спасибо за внимание. Это было... Красавчики!